Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Сват против зомби, сезон второй, конечно же. Ну что же, поехали. Так, осталось времени. Да мне плевать, сколько там времени вообще осталось. Меня сейчас интересует совсем другое. Где мои коробки? Так, доступен режим арена. Сражайтесь с другими игроками и покажите свои стратегические навыки. Откройте ящик с наградой. Вот я и хотел сказать, что мне нужен ящик. Оу, 2235 монет мне дали. Так, ботинки. Интересно, это что-то новенькое, такого не было у меня раньше. Дубинка. Дубинка, мы можем ее улучшить, по-моему, так. Дальше нам СВД. О-оу, щит. Ребята, СВД мы тоже можем улучшить. Это, по-моему, для снайпера, да, у нас. Ладно, смотрим дальше. Бейсбольная бита, это тоже очень хорошо. Отличный щит. Это для свата. Вообще шикарно. Так, прицел. Наверное, для снайпера это нужно будет. И снайперская винтовка. Чего? Пятизвездочный чувак мне достался. Да ладно. А с чего вдруг такая щедрость-то, а? Ха-ха, это неспроста, ребята. Смотрите-ка, арена. Действительно, арена стала доступна. Только где она? У нас тут больница. Только лишь больница доступна, я так понимаю, да? Ладно, хорошо, смотрите, у нас еще с вами есть ящики. И давайте мы с вами будем смотреть. Так, 1500 монет достается. Плюс ботинки, пистолет и рукавицы. Бейсбольная бита. МП-7. Штурмовая винтовка. Вау. Экзоскелет. М39. С чего вдруг мне такие подарки-то обалденные-то пришли? Так, завершить. 3 звезды потратить. Нет, не будем. Не будем, ребята. Хорошо, а что здесь? Здесь мы в свое время... Ага, смотрите-ка. Раньше, помните, мы нажимали, по-моему, нам ничего не давали. Миссия по сбору средств. Началась охота на зомби, милосердие не нужно. Прогресс 36 из 200, награды 1000 монет. Хорошо, я не против. Так, ну, а теперь мы, я даже не знаю, ребята, а как вот в больницу, ну, арена. А как, например, к ней приступить-то? Что за бред-то? Я, например, не могу, даже выбора здесь нету. Хорошо, давай начнем уровень. Так, у нас ночь. Тут все под восклицательными знаками. Типа, давай, парень, не ропщи, заходи быстрее, получай люлей. Оу. Странно как-то, мне надо было выйти, потом нажать опять на арену, и меня сюда впустили. Трофеев у меня, естественно, ноль. Фу, ребят, ну я, наверное, сейчас схожу вначале на арену, но прежде. Мы, естественно, как-то, наверное, усилим наших... персонажей, я уже забыл, где это делается, если честно. Так, давайте-ка... Да что такое? Это я все понял. Не надо мне томить. Давай мне вот уровень. Хорошо, давай начнем так вот. Уровень, предположим, я выбираю день. Я, предположим, выбираю миссию 12. Только не говори, что мы... А, вот, все отлично, ребята. Так, и теперь я начинаю... А, вот здесь вот раньше мы ничего не могли с вами сделать. Да, до сих пор почему-то не получается. А что это у нас такое? Что это за зомбик? А, ну это типа Википедии. Ну, грубо говоря, тут расписываются все зомби. И я смотрю, тут не кисло будет зомбарей. Тут, смотрите-ка. Кстати, вот эта собака вам ничем не напоминает пса из фильма «Маска». Помните, да? Когда он надел пес на себя вот эту маску, он таким же стал. Да, мне лично напоминает. Но здесь также, смотрите, еще есть какой-то пес. Вот он как раз, ребят, на нем... Видимо, какая-то другая модификация его. Все это, опять же, мы с вами увидим, но гораздо позже. Сейчас мне нужно улучшить и как-то развивать своих ребят. Так, мы можем с вами... Мы наполучали же вроде такую кучу всего. И где же эта куча находится? А, ну вот, я вижу снайперская винтовка. Я могу что-то с ней сделать? По-моему, не шишарики. Не могу. Так, с пистолетом, с этим что-нибудь. Да, я могу его улучшить. Сколько мне за это потребуется? Ах, ну да, конечно же. Мне же еще нужно, прежде чем что-то улучшать, прокачать, ребята, бойца. Ну, тайзера никак не получится, потому что нет на него, к сожалению, карточек. Бита. Биту я, наверное, смогу улучшить, да? 1200. Ну, я улучшил, ребята. Я, по-моему, ее улучшил. Завершить. Это что? Ну, одну звезду я потрачу, хорошо.
Да, так он будет намного лучше, я думаю, драться. Я, кстати, его самого могу даже прокачать. Улучшение, да? 500 этих, сколько? 19 в плюсик здоровью идет. Отлично. Так, тут уже штуку с меня требует. Ну хорошо, сделаем. 318 здоровья. Скорость передвижения десяточка. Ну, а теперь давайте экипировать. Подожди-ка, что это такое? Снаряжение. Ага, вот что я, значит, могу на него. Разморозка, но это стоит уже у кого-то. Ботинки, что нам дают ботинки? Уменьшает время подготовки. То есть, мои солдаты быстрее готовятся, да? Хорошо, мы экипируем сюда. Видите, у них прочность есть, поэтому не стоит об этом забывать. Так, и теперь будем улучшать себе дубинку. Отлично. Так, уже урон 17, плюс есть еще 2. Это будет 19. Слушайте, а у меня голды сколько осталось? 1830. Ага, уровень бойца слишком маленький, да? У нас уровень 3. А боец-то у нас какого уровня? Тоже 3. Соответственно, его нужно прокачивать до 4 уровня. Только тогда мы сможем с вами и дубинку улучшить, и, естественно, надеть. Так, СВДшка. У нас есть снайперская винтовка. В принципе, она уже одета на нем. Ага, погоди-ка. Уровень 2. Ну, нам нужно прокачать, опять же, этого парня. А карточек, как видим, нету на него. Поэтому со снайперкой мы пока, ребята, с вами будем отдыхать. Да, я понял, что уровень маленький. Эх, да, СВДшку бы я бы с удовольствием бы взял в руки. Хотя у нас даже есть М39. Нифига, М39, она вообще предназначена для 10 уровня. И она у меня уже есть. Охренеть. Да, дело за малым, только лишь прокачать самого снайпера. Что, я сомневаюсь, будет легким таким выбором и вариантом. Ну что ж, давайте посмотрим с вами на арену. Наверное, многие хотят глянуть, так же, как и я. Фух, вау. Ну, деньги нам всегда нужны, если это деньги. Или это просто кубки. Ладно, неважно, с вами увидим это все позже. И так, выбираем, да? Возьмем, естественно. Так, потом, что у нас? Я не знаю, снайпер стоит, не стоит брать на арену-то. Так, ну этого мы тазера в любом случае, наверное, возьмем с вами, да? Также нам, наверное, придется взять вот этого чувачка. И все получается, да, ребята? Со снайпером я, естественно... А, нет, снайпер взят. Так я могу еще кого-нибудь взять? Ну-ка, с пистолетом, например. Все, отлично, ребята. Так. И я думаю, что пора, наверное. Хотя, погоди-ка, секунду. Да ё-моё, что ж ты будешь делать-то? Я не это совсем хотел. Я хотел пистолетчика улучшить. Потому что, по-моему, я как смотрю, есть возможность улучшить и... Или у нас слишком маленький уровень. Завершить. И сколько ты потребуешь звезд? Одну, хорошо, мы это делаем. Да, ребята, у нас уровень второй получает чувачок. И... Соответственно, мы улучшаем пистолет. Подожди, что такое? Всего мне хватает, так что не надо. Да, экипируем. Вот так вот. Теперь у нас все, как говорится, по фэншую. Теперь не грех и пойти. Я что-то немножко не понял. Это... А почему это вы мне даете какой-то выбор? У нас же арена. Это то есть... Я отправляю на него своих зомбарей, а он на меня своих? Ожидание претендента. Пожалуйста, подождите. Хорошо, подожду. Я надеюсь, что это дело будет не так долго и затянуто. Я надеюсь, люди-то играют хоть в эту игру-то. Но что-то у меня какое-то предчувствие кисловатое, что ничего у нас не получится. Хотя, может быть, здесь все-таки... О, да, ребята, по-моему, мы не дождемся с вами. Нет, дождался я. Хе-хе, неужели реальный игрок будет против нас? Это как это он так выкинул? Хорошо, давай я вот так вот сделаю. Что ты на меня бросаешь? А если я... Ах, вот оно что. Все, ребят, я понял. Понял я принцип. Кажется, я должен на него тоже отправлять, да? Но что-то почему-то пока у меня не получается. Что такое? Я получил герб один.
Непонятно, за какие такие услуги, условия. Так, тоже будем бросать. Чем мы тут, да, ребята? Ждем, что-то выжидаем. Давай-ка вот эту вот барышню закинем. Вот так вот сделаем. Пока немножко не могу разобраться. Ну вот, она бежит. И... Ага, все, суть наша добежать, да? В принципе, больше никаких проблем. Ладно, будем стараться добежать. Так, вы что, перезаряжаетесь? По-моему, здесь они автоматически, ребят, перезаряжаются. Мне на это отвлекаться не стоит. Победа! Так, я получил какой-то еще ящик в придачу. Да, немножко, конечно, странно. Так, 113 монет плюс магазин и штурмовая винтовка. Оу. Штурмовая винтовка, ты же мне как раз и нужен. А, нет. Так, ладно, мы с вами посмотрели, короче, арену. И я, пожалуй, вернусь к основной миссии, ребят. Нам же нужно проходить дальше. Так ведь? Так. И это уровень. Мы с вами остановились на 13-м. Фух. Так, сосредоточились. Так, команда у меня, в принципе, нормуль. И мы возьмем еще с вами... А что же нам взять-то лучше, а? Так, у нас есть пистолетчик, есть шокер, есть штурмовик, есть защитник. Давайте снайпера возьмем. Да, он, конечно, дорого стоит. Целых 400 гаек. Но все-таки берем, короче, его. Отлично, погнали, ребят. Должны справиться, должны потянуть, должны пройти эту миссию. Так, сколько она дает? Ого! Получается 5 позиций. Это не кисло, видимо, тут волны будут уже такие серьезные. Так, давай выставляем штурмовика. Идет охламон. Гоу-гоу-гоу, давай, ты главное бомби. И не подкачай меня. Так, штурмовика вызвать? Нет, я вызову все-таки, наверное. Да давай ты быстрее, блин. Вот так сделаем. Так, а сюда, наверное, придется нам, ребят, штурмовика ставить. Пускай бомбит. О, начал поливать его. Коробочка выпала, отлично. Так, ну и вот так делаем. Блин, лишь бы только собаки сейчас не побежали, потому что, вы знаете прекрасно, они у нас перепрыгивают. Перепрыгивают, и это очень плохо. Так, пистолетчика вот сюда поставим. Так, сейчас будет супер волна, ребята. Сейчас будет супер волна, готовимся. А тут надо самому перезаряжать. Запамятовал я малька. Давай-давай, перезаряжайся, штурмовик. Не тупи мне. Так, это у нас кто? А, это милая дамочка бежит. Ладно. Все, ребят, готовимся. Волна сейчас будет жарко. Будет очень жарко. Я даже, блин, на снайпера не накопил себе, представляете? Ой-ой-ой-ой-ой. Как... Так, может быть, шокер. Давай сюда вот шокера поставим. Вот так вот. Главное не расслабляться. И не забывать перезаряжать своим ребятам магазин. Так, так, здесь все отлично. Собираем вот эти вот гайки. Тоже про них забывать не стоит. Ну что, блин, не можем справиться с этими говнюками мелкими. Вот, шлемаки потеряли. И остается только их докромсать. Один готов и последний. На изи. И вот только сейчас я накопил себе на снайпер. Это под конец-то. Так, новый уровень, 5-й. Так, максимальный уровень у нас. Ограда и ресурсы по умолчанию 500. Ты-динь, мы с вами подросли. На ранг выше стали. Оп, и немножко монет заработали. Хорошо, новый зомби. Зомби-копьеносец. Так. И что ж ты? Атакует копьем и может нанести урон сразу двум-трем спецназовцам. Урон 5, здоровье соточка, скорость 1. Ну хорошо, что хоть он медленный. Кстати, мне вот это не нравится. Ребята, он бьет, и по ходу дела копье вот так вот пролетает среди моих солдат. И, соответственно, они все получают урон. Блин, черт подери, плохо это. Это очень плохо. Да ладно, давай завершим, фиг с ним, так уж и быть. Что там, монет 75 дали, пистолет, сломанный щит и щитоносец, понятно. Так, давай следующее открытие. Так, это нам час надо ждать. Ну, мы-то не будем с вами это ждать, естественно, ребята.
Пускай это все у нас будет на автомате. Нам главное... Так, что такое деревянный ящик? Хотите купить? Вы издеваетесь, что ли? Нет, конечно. Ничего я покупать не хочу. А вот этот вот зомби, блин, бесявый там ходит. Он меня нервирует. Что тут мы получили с вами? Какое-то достижение, видимо, сделали. Да, ребята, сделали. Так, убийца зомби забираем. Так, отлично, звездочку, как говорится, в копилочку. И пройдите несколько уровней без смертей. Мы это с вами тоже сделали. И уровень потихонечку у нас растет. Все, больше ничего нету. Не дадите мне ничего, жаль. Так, ну а мы, конечно же, с вами отправляемся дальше в бой, ребята. Ух, была не была. Погоди, погоди, я надеюсь... А, ну да, все, ребят, следующий у нас бой. Я уже думал, что мы по повтору пошли. Но нет, все как полагается. Значит, здесь у нас будет копьеносец, да? Если я, конечно, чего-то не попутал. А я не должен попутать. Эй, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Дубинку, ну, ну быстрее, ну подходит же этот говнюк. Вот, 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 не пройдет, не пройдет он никуда. Мы его... Интересно, здесь будет у нас медик какой-нибудь, а? Опачки, снайперка. Снайперка. Ящик, хороший ящик выпал. А давайте проверим, что он... Вот сюда его поставим. Ну-ка, снайпер, что ты... А что ты... Снайпер! Ах, вот так это работает. Блин, это надо самому, оказывается, ребята. Все, я понял. Но с другой -то стороны, это, конечно... Так, погоди, я не понял. Ты можешь бить? Нет, ты можешь... Или можешь? Ага, он может любую, ребята, позицию простреливать. Ну, я могу сказать только одно. Найс. Ну, стоит он, конечно, дорого тут. Волна, да, собирается на меня бежать. Хорошо, что собак нету. По крайней мере, в ближайшее время. Снайпер, давай, некогда нам расслабляться. Давай. Оу, вот они эти гады, ребята. Так, давай сюда еще одного шокера поставим. Сносим, сносим, сносим этого. Давай, перезаряжайся. Есть, отлично, мы его валим. Буквально, ребята, одного выстрела достаточно, чтобы этот копьеносец валялся где-то там под забором. Весь обхорканный. Так, ну что, ребята, отлично. Наша победа. Мы еще один сундучок какой-то заработали. Естественно, на ранг выше. Как же? Как же без этого? Бесплатно поделиться. Слишком много всего вы хотите, блин. Так, завершить. Это у нас обычная кнопка, а вот это вот 8 часов. Это как раз, ребят, нам пригодится. Перед уходом обязательно его активируем. Ну что, я думаю, что нам пора приступать к следующему. Где у нас выбор миссии-то, ё-моё, а? Опачки. Так, мы с вами можем перейти уже потом на улицу. В данный момент мы с вами в городке находимся, да? Ну что же, давайте сделаем эту 15-ю миссию. Порвем, так сказать, этих зомбарей к ядрени феней. Да, думаю, стоит заморочнуться. И уже потом пойдем с вами в городок. И посмотрим, что там у нас. Поменяется локация, наверное, поменяется зомби. И будет, наверное, жестко все. Так. Идет, идет охламон. Так, мне сразу вот то, что нравится, дают 500 этих гаек. Это мне такое неплохое подспорье. Я успею выставить всех чувачков, которые мне вообще нужны. Давай, 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 колбась. Вот сюда. Оу, погоди, 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 роднуля, куда ты там разогналась-то? Так, шокер, шокер, давай. Ну, шокер, ты будешь бомбить? Так, отлично, вот это хорошо, ребят, вот это замечательно. Ай-яй-яй-яй-яй, копьеносец идет. Ой, а снайпер-то у меня нету. И не будет. И не будет, ребята, в ближайшее время. Черт, ты посмотри, а он что? Ага, подходить он не собирается, да? Он не собирается, ребята, подходить. Он вот так вот и будет издалека бомбить. Ну, как я смотрю, он что-то не наносит урона моим. Нет, наносит потихонечку, блин. Потихонечку гад наносит урон, а? Так, что ж мне тогда сделать-то? Даже ума не приложу пока. Блин, почему мы не можем до него достать? Единственный вариант, может быть... Все, волна пошла. Хотел, блин, на снайпера, думал, накопить. Хотя, в принципе, это реально. Одного снайпера здесь будет достаточно. Ну, давай, 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 давай. Да добей ты уже, блин. О, нет, только нет, ребята. Вы посмотрите, сколько здесь...
Так, ну-ка, срочно, срочно собираем. Есть, снайпер, иди сюда. Начинается веселье нафиг. Хедшот, ё-моё. Ну давай это быстрее. Опа. Нормуль. Так, вот этого могут пробить, ребята. Нужно подстраховаться. Пока, родные. Сразу двоих. Чётко. Перезарядился, молодец. Бинго. Снайпер, ты у меня красава просто. Дорого стоишь, конечно, но ты того стоишь. Отлично, ребята. Фух. Городок пройден, и мы с вами отправляемся прямиком куда-то там непонятно куда. Что такое? Так подземный зомби какой-то. Ага. Появляется там, где люк. Скрытный мертвяк, который атакует из люков. Урон 25, причем у него, ребята, здоровье 200 и скорость двоечка. Они усложняют, гада, мне жизнь. Просто-напросто, в наглую. Хорошо, давай завершим, блин, фиг с ним. Посмотрим, что нам выпадет здесь. Так, монетки, звезда, надо же. Так, снайперская винтовка. Оу, вот это круть, ребята. Так, и дубиночка. Снайпера мы, по-моему, можем сейчас с вами улучшить. Это мне как раз и нужно. Так, где же это делается? Это все, блин, все позабыл, все. Доступен режим «Бесконечная игра». Вперед ждут новые испытания. Откройте ящик с наградой. Так, давай, 513 монет. Ага, L96, винтовка, да? Ботиночки мне опять достались. Магазин, уже какой-то двойной. На пятый уровень, правда. И щит. СКС. Охереть, это же какой-то эпик просто-напросто, ребят. Да, 4 звезды, и я не знаю, на какой он уровень. Но, городок, улица, торговый центр. Это что такое? Ага, это я... Погоди-ка, я немножко не понял. Вход. А, это бесконечная игра. То есть, наверное, будут на нас идти зомби без остановки. И мы должны, наверное, отбивать. Мне почему-то так кажется, ребят. Не знаю, могу ошибаться. Так, мы сделали с вами определенные задания. Давайте заберем, естественно, наш ревард. 5 звездочек, неплохо. И будет 11, да? А нам нужно 25, чтобы получить 6 уровень. В принципе, это... несложно. Я не знаю, я пока не пойду, наверное, ребята, в городок. Я пойду на улицу с вами. Выйду, в конце концов. И, да, и прежде чем еще выйти на улицу, мы давайте, наверное, с вами улучшим наших солдатиков. А, по-моему, там можно кого-то улучшать. Черт, я все никак не могу запомнить, как это делается, блин. Так, наверное, надо перейти вот сюда. Нажать сюда. И вот сейчас у нас будет, да, выбор на улучшение. Так, снайпер. Я, по-моему, да, я могу его улучшить, ребята. Улучшаем, конечно же, да, 500 монет мы тратим. Экипируем его. И теперь... Погоди, я же... Ну, уровень 2. Так, подожди, я немножко не понял. Уровень бойца слишком мал, так ведь второй уровень же нужен, да? Он у меня второго уровня. Или, блин, здесь нужен... Так, погоди-ка, он у нас как бы здесь просто белый, да? Для него, естественно, белое оружие. А СВДшечка, которая нам дается, вот эта вот улучшенная, она... Она вообще голдовская, что ли? Хорошо, придется тогда улучшать вот этот вот вид оружия у нас. Подожди, я не понимаю, почему он слабый-то у нас? У нас уровень 1. Почему я не могу понять, уровень бойца слишком мал? Ну, почему же он слишком мал? Я же его прокачал. А здесь, ага, вот этого чувачка мы с вами сможем взять, когда у нас будет 6 уровень. В данный момент мы не можем его взять, потому что у нас всего лишь, по-моему, 5 уровень. Черт, вот так вот игра, ребята. Как бы она сказать, где-то все время нас в чем-то ограничивает. Ядрен батон. Слишком мал. Хорошо, мне придется, блин, бегать со своей вот этой вот пукалкой древней. Но, тем не менее, ребята, все равно она очень хорошо бьет. И я могу что-нибудь взять здесь? Я ни хренашечки не могу взять, потому что тут нужен уровень 5, это минимум. Ну как же 5 уровень, ребята, если у нас... Что-то меня тут, по-моему, мозги пудрят. Вам так не кажется? Где-то меня тут обманывают. У меня же 5 уровень. Или мы идем к 5 уровню? А на данный момент у меня только 4 якобы. Не имеет значения нифига, я очень зол. И у нас, ребята, ждут городские, блин, улочки. Так, команда у меня в сборе, все нормуль.
Так, погнали. Ждем, ожидаем зомби. Да ладно, почему люк именно здесь? Именно находится. Ну-ка. Да ладно, прямо вот посреди моей бригадушки. И вот этот хмырь будет постоянно вылазить. Нет, этому не бывать. Извините. Он думает, что он сможет появиться и разносить нас. Нет, 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 нет. Вот я вот так вот свою, ребята, командушку собрал. И пускай теперь попробует что-нибудь вякнуть. Я прекрасно знаю, что этот говнюк рано или поздно вылезет отсюда. Пускай лучше он вообще... О, ящик деревянный получили. Да, этих говнюков всех пора в деревянный ящик отправить. Я жду, жду, я не расслабляюсь, ребята. Я в любую секунду подразумеваю, этот гаденыш вылезет здесь. Поэтому расслабляться не будем. Но, где ты? Так, может быть, ускориться маленько? Да. А то как-то слишком медленно у нас тут идет все. Волна пошла. Вот, наверное, на волне этот говнюк будет. Так, бегут, 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 бегут неуклюжие. Ага, вон, 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 вылез. Эй, стреляем, стреляем. Чё за хрень? Я ничего не успеваю, ребят. Не, ну на скорости, конечно, это дико играется все. Но зато быстро. Новый спецназовец, да неужели, дробовик. Так, смотрите-ка. Позволяет отбросить зомби. Выстрел из дробовика превратит несколько зомби в фарш. Слушайте, ребята, мне вот сейчас вот такая, знаете, ностальгия почему-то нахлынула по игре «Вперед на зомби-войну». Да, вы не думайте, я ее не забыл, не забросил. Просто там, ребята, на последней миссии я потратил практически все свои ускорялки, усилялки на ярость, на это. И не могу сейчас просто сделать. Тот-то уровень предыдущий я прошел, 139-й, но смысл его одного выставлять пока нету. Вот пройду босяру, тогда мы с вами и посмотрим. Ну, а пока сейчас, ребята, об этой игре. У нас дробовик появился, и я хочу, наверное, ее приобрести и взять к себе. Так, у нас что? Появился загрязненный деревянный ящик. Ну, я думаю, что железный будет покруче. 26 звездочек тратить как-то мне не айс, не хочется сейчас в данный момент. А вот взглянуть... Так, существует информация о том, что в этой области есть полезные ресурсы. Найдите ресурсы. Где? Где они есть? Так, новинка, дробовик. Улучшение. Я могу улучшить, что ли? Вот так? Нет, не могу. Меня обманывают постоянно. Так, а в снаряжении ты что-нибудь можешь взять? Тоже ни шишарики мы взять не можем, к сожалению. Так вот, я сижу и сейчас и думаю, а стоит ли ее взять вообще с собой? В любом случае, нам нужно взять ее хотя бы для испытания, проверить. И возьмем ее вместо, наверное, пистолетчика, да? Ого, 275 гаек она будет стоить на призов. Это только если у нас пистолетчик всего лишь 50. Ой-ой-ой, это дорого. Но я надеюсь, что она себя оправдает. Попробуем, ребят. Так, подожди, ты стой здесь на месте. Давай мы возьмем. Да я говорю, возьмем, ё-моё, вот. Так, кстати, подожди, у нее же здесь данные, да? Урон 20-ка идет, а у пистолетчика сколько? Ах, у меня пистолетчик прокачанный. О-оу. Черт подери. Так, ну что, попробуем тогда, ребята, таким вот составом. Мы не будем брать с собой шокера. У него урон всего один, но... У него преимущество как раз не в уроне, а в том, что он шокирует зомбарей, которые в этот момент ничего не могут сделать, просто как паралитики стоят. И достижение опять какое-то сделали. Хм. Существует информация о том, что в этой области есть полезные ресурсы. Найдите ресурсы. Это я типа должен за видосик, что ли, глянуть? Или нет? Нет, не завидуюсь, ребята. Пока я не... Ага, это вот здесь вот где-то, это в городке у нас. Я могу что-то найти ценное. Но я пойду на улочки. Вторая миссия у нас, ребята, ждет. Фу, блин, вот это бы я, конечно, приоткрыл. Сколько? 250 звезд нужно. Или 139 рублей. Нет. Не могу я себе пока этого позволить. 138 рублей. Хотя это недорого. Блин, ну почему же вы вот здесь вот находитесь, а, гаденыши, блин.
практически на самых задних рядах. Для этого мне придется... Я не знаю, ребята, я вот не знаю, будут ли они сейчас или позже. Хорошо, я рискую, ребят, я рискую очень сильно. Я это прекрасно понимаю. Но выбора у меня нету. Мне, наверное, также нужен снайпер. Или не нужен? Я даже не знаю, нужен он или нет сейчас, в данный момент. Коробочку достали. Давай, давай. Хорошо, у вас получается. А вот и дробовик, давайте проверим его. Получится ли проверить? Блин, волна сейчас побежит, ё-моё, с этими проверялками. Так, 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 там заваруха началась. А ведь сейчас же вылезет отсюда, ребята, этот хмырь. Он же вылазит только лишь на волне. Надо вот сюда ставить спецназовца обязательно. Так, ну, вот он, о чем я вам говорил. Тихо, 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 стой, стой на месте. Ты не должен пробить нас. Смотри-ка. Все-таки он разворачивается, спецназовит и бомбит сзади себя по цели. А я думал, нифига он этого не делает. Делает, поверьте мне, и причем довольно успешно. Как видите, мы с вами прошли улочки 2. И скоро у нас будет уровень. Скоро, блин. Ну да, в принципе, скоро. Так, лучший счет, это все понятно. Рейтинг выживания. Так, нет свободных слотов под ящики. Цена 8. Ну давай откроем, блин, хорошо. Так, что там, сломанный щит достается. СВДшечка и все. Ай, за 200, блин, ну как же так. Хорошо, ребята, я рискую, фиг с ним. Открываем. Так, щит. Отлично. L1, это у нас шокер-пистолет. М5. Ну, меня сейчас больше интересуют карточки не на оружие, а карточки именно на своих солдат. Потому что вся соль сейчас в них. Мне нужно... Ого, L2. Штурмовая винтовка. Именно вот нужно прокачивать моих бойцов. Потому что я не могу взять оружие более высокого качества, потому что у меня бойцы якобы хлипкие, немощные, но могу улучшить. Могу, 1500 просят, и я это делаю с удовольствием, ребята. Экипируем его, естественно. И теперь смогу я прокачать для тебя дубинку, блин. Так, 2 звезды. Но нет, не могу, блин. Потому что тут у нас на уровень 4. А наш захватчик 4 уровня. Как-то вот не понимаю маленько. Не понимаю я хоть тресни. Но зато я могу надеть вот эти вот. А, это надето. Ремонт 60, давай починим. Все, починили мы ему ботинки. Он теперь крутой. Рукавички вот таскать не может. Это непонятно почему. Так, мы можем тебя улучшить. Давай. Так, плюс 10 к здоровью улучшаем. Хорошо. Так, и автоматик-то. Как ты там со своим автоматиком, сможем? Нет. Нет, нет. И еще раз нет. Нам показали большую фигу на все лицо. Сказали, обломись, Рэй, хрен тебе, а не улучшение. Ну а здесь-то как? Здесь понятно. Здесь даже думать нечего. Этого тоже мы не сможем улучшить. Левел 3. Уровень бойца слишком мал, чтобы экипировать его. Нужный уровень бойца 3. Вот как-то вот немножко логики. То есть я должен прокачать вот этого бойца до уровня 3? Или что? Или как? У меня здесь больше вопросов, чем ответов, блин. Вроде бы все как бы подходит, все у меня есть, но... Уровень бойца маленький, как говорится, ничего ты не получишь. Так, ладно, ребят, давайте еще, наверное, боёчек с вами проведем. Так, бежит говнюк мелкий. Ну, он, естественно, далеко-то не пробежит. Понятное дело, сейчас сразу мы его накумарим. Так, ну давай, давай, быстрее. Откат, 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 говорю. А, пока дождешься. Стреляй. Что же сделаешь? Дай, вот тебе и дай. Дай, взяй. Опа, опа, опа. Так, псина бежит. Не пройдет, ребята. Не пройдет она или пройдет? Нет, не прошла. И это хорошо, ребята, это очень замечательно. Этот гад тоже не пройдет. Этот меня закумарит, его дубинка, естественно. Шлем слетел, все, теперь он наш полностью. А мы только собираем с вами эти. Причем улучшение идет у нас за счет почему-то гаек.
как будто мы тут какие-то шпунтики-винтики с вами. Так, собака бежит, собака бежит, но она никуда не пробежит. Ага, конечно, разогналась псина вонючая. Ну, так, давай мы вот сюда вот так вот сделаем. Фу, ну тут вариантов нет у них, ребят, пройти, согласитесь, просто все. Неприступные ребята, хрен их пробить. И у нас еще есть, мы с вами 5 этих получим орденов, у нас будет уровень. Новый зомби, зомби-скейтер нападает на спецназ на скейтборде, а потом атакует. Здоровье 150, урон у него десяточка и скорость 4. Как-то все это очень быстро развивается у нас здесь, вы не заметили? Так, я думаю, что, наверное, мы оставим вот это вот все и давайте поехали дальше. Мне нужно 5 орденов получить, я хочу новый уровень. Так, идет. Мелких хмыреныш, но далеко он не пройдет. Мы его вот здесь вот прямо и встретим у порожка, как говорится, своего дома, блин. Опа, опа, вот это что за нежданчик, ребят, вы увидели, а вы... Давай. Ну, ты где там, ядрёна бож? Он чё, еще и взрывается, или это он просто пробил? Немножко не понял, но в любом случае, ребята, 3 звезды нам не видать уже, это факт. Как ни крути. И меня это расстраивает, если честно. Какой-то щенок, блин, вылез. Ну, я никак не думал, что он вылезет именно сейчас. Я думал, ну, волна пойдет, он появится. Вон он, смотрите, он довольно крепкий, он довольно сильный, этот хмыреныш. Его так легко не взять. Причем он вылазит из-под тишка в самый разгар, как говорится. В самый разгар бойни. Так, дай-ка я вот так вот посмотрю. Вот, вот сейчас пойдет волна, ребята. Скейтбордист, наверное, полетит, да? Заодно и посмотрим, что он из себя вообще представляет. Пока не вижу я его. Ага, вылазят эти хламоны здесь. Вот они едут, ребят. Так, я готов, я, наверное, готов. Что он там будет сейчас предпринимать? Ничего у них почему-то там не получается. Ну и чё? Что это за скейтбордист? Это Лашпен, вот что я вам скажу, ребят. Сынуля. Ну, бомбанит и по этому говнюку. У нее, кстати, радиус поражения очень маленький у дробовика, поэтому... Нет, 3 звезды. Все отлично, все шикарно, ребята. Так, сколько? Еще 2 победы. Не 2 победы, а 2 ордена. Я надеюсь... Так, новый спецназовец. Что это такое? Мощное оружие против мертвяков. Простое в использовании и очень действенное. Просто установите на пути зомби. Урон 200. Ну давай, давай, я открою. Нет места свободного. Так, снайперская винтовка. Экзоскелет, отлично. Так, и опять же нам достается СВД. 3 часа, 8 часов. Хорошо, значит так. Блин, все звездочки растратил из-за них, а, из этих гадов. Мина вот эта вот, стоит она того или нет? Мне бы надо бы, конечно, ребята, ячеечку открыть. Ну, 250 звезд или 139 рублей. Смотрите, у нас тут будут еще собаки, вертолет будет. Тут еще много чего у нас откроется со временем. При этом не забываем, что мы это все можем улучшать. То есть тут зондеркоманда еще та будет. Но сейчас мне нужно получить 2 ордена, ребята. 2 ордена, чтобы получить следующий левел. Фух, на изготовку. Я, в принципе, уже готов. Мне нужна дубинка, в первую очередь. Вот сюда мы ее поставим. На всякий случай, потому что, мало ли, этот хмырь из колодца вылезет. Мне, как говорится, проблемы не нужны. Сюда мы поставим, наверное, вот так вот. Будем отстреливаться. И вот так вот. Все, теперь я, ну, практически спокоен. Но не на 100%. Давай, давай, говнюки, быстрее. Оу-оу-оу-оу-оу, сейчас, сейчас пойдет. Сейчас будет месиво, ребята, чувствую. Так, скейтбордисты поплыли, блин. Полетели. Так, давай с пистолетом сюда поставим. Что они делают? Я никак... Я не успеваю просто, ребята, смотреть. Ага, псина, ты ку... Псина! Фу. Завалили все-таки, отлично, ребят.
И еще волна, да ладно, вы издеваетесь, что ли? Две волны? Это что-то новенькое, такого раньше же не было. Всегда одна волна была. Ой-ой-ой-ой-ой, собаки бегут и... Я думаю, что они далеко не убегут, все, упала одна. Так, скейтбордисты, ну, получают от нас люлей, причем только в путь. Давай-давай-давай, не будем, не расслабляемся. Отбился я, ребят, отбился. И, да, на 3 звезды. Да, вот он, новый уровень, ребята. Левел 6, так, ограда у нас подросла. И по умолчанию мы уже будем получать с вами 600 болтиков. А до этого было 500. Хорошо, отлично. Я знаю, что ящик не помещается. Мне ничего не надо от вас. Все. Мне нужно единственное сейчас узнать, что такое. Да не хочу ничего покупать у вас. Смогу ли я улучшить чего-нибудь? Вы раньше мне писали, что слишком маленький уровень. Ну давай посмотрим сейчас. Вот предположим. Дубинка, улучшение. Нет. Уровень бойца слишком маленький. И бойца я, так понимаю, прокачать не могу, потому что у меня нет на него карточек. Хорошо. А какого бойца я могу тогда прокачать? Ну-ка посмотрим штурмовика. Нет, не могу. А здесь тоже ноль. Так, с дробовиком. Балалайка. Снайпера тоже не могу. И здесь не могу, не хватает одной карточки. В общем, ребят, никого не могу в данный момент. Придется мне старым коллективом проходить. Ну да не беда. Все впереди. У нас еще, блин, и арена, и бесконечная война. Это все мы с вами посмотрим уже в следующей серии. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, видосиков.